Слово предоставляется доктору медицинских наук, профессору Бузовой Светлане Васильевне. Спасибо. Уважаемые гости, дорогие друзья, позвольте мне представить вам материал по отзыву к данному форуму, третьему общероссийскому форуму «Материя, энергия и информация». Об истоках энергоинформационной медицины еще известно с древности. В основе, но тем не менее, сейчас великие мыслители и философы определили, что существует не только элементальная, но и звездная медицина, в основе которой лежит обмен информацией между человеком и Вселенной. Вопрос о ритмах Вселенной всегда интересовал человечество. Но особенно остро встал сейчас, когда появились реальные предпосылки угрозы гибели пятой цивилизации нашей планеты. В связи с этим концептуальные основы здоровья, как инновационно-ноосферный аспект изучения и просвещения для безопасности жизни в период эволюционного изменения сознания человечества, являются базовыми для сохранения жизни человечества, так как все ученые мира говорят о происходящем глобальном кризисе эндоэкологии организма и угрозе существования человечества. Высшие космические разумы активно вмешиваются в процесс перестройки сознания человечества, в течение 12 лет передавая уникальные знания о мироздании, об управлении планетарным пространством планеты, о значении канона вечности в откровениях людям нового века через академика Маслова Леонида Ивановича для гармонизации жизни человечества с информационным пространством через внутреннее перепрограммирование сознания, очищение, покаяние и выполнение великого предназначения человечества совершенствованием в духе. Великая гармония Солнечной системы была создана высшим космическим разумом для реализации великой программы преображения пространства и человека как великого подобия Бога, о чем говорят все религии мира, и является непосредственным участником человек этой программы, вобрав в себя все совершенство мироздания. Это подтверждается всеми фундаментальными научными исследованиями природы человека и мироздания. Поэтому присутствие человека в пространстве космоса должно характеризоваться едиными с пространствами канонами природы, включая законы термодинамики с условиями золотого сечения, определяемого во многих науках как оптимальное состояние ключевых параметров природы. В пространстве высшего космического разума непрерывно поддерживается баланс между материей, энергией и информацией. Человек, сотворенный по образу и созданный по подобию, фрактальное подобие Бога, должен обеспечить гармонизацию материи, энергии и информации в собственном организме, что и создает главную необходимость выработки механизмов познания не только экологии пространства, но и человека, что и выражается в разработке здоровьесберегающих технологий на современном уровне. Понимая актуальность инновационно-ноосферных аспектов здоровья для человечества 21 века, холдинг НИИ здоровьесберегающих технологий во главе с академиком Масловым Леонидом Ивановичем впервые в научно-исследовательской практике использует уникальные методы инвазивной диагностики, методы клинического, функциональных, лабораторных исследований для расширенного системного научного познания законов физического мира, а также раскрытия феномена духовной составляющей организма человека, в которых выражены взаимодействия материи и сознания. Человеческий организм является комплементарно-клеточным пространством, состоящим из миллиардов клеток, причем каждая клетка обладает разумом, и объединение их в единое целое подчиняется высшему космическому разуму или ритмам великого космоса. Соответственно, понимание аспектов функционирования клеточных и межклеточных структур организма человека как комплементарное пространство разума позволяет постичь
законы функционирования органов и систем человека, его сознание, подсознание, что является отражением функционирования общности людей, человечества, Вселенной и системы мироздания. Здесь уместно вспомнить слова Создателя, подтверждающего, что в этой великой эволюционной цепи даже единичная клетка есть проекция Первотворца, несущая в себе все, я подчеркиваю, все, характеристики и способности творящего целого. Поэтому каждый человек есть полное подобие божественного пространства, характеризующегося многоуровностью, комплементарностью и великим единством целого, ибо внутри человека существует собственная Вселенная, подчиняющаяся канонам мироздания. А потому выполнение высших законов мироздания, совершенствование в духе, позволит привести функционирование клеточных и межклеточных пространств в организме человека к великой гармонии, что приведет к здоровому организму, а соответственно к ликвидации хаоса заболеваний как внутри человека, так и хаоса межчеловеческих отношений, что позволит достигнуть полной гармонии мира на планете и в системе мироздания, так как функционирование клеток и межклеточных пространств полностью отражает процессы межкомплементарного, межуровневого пространства высшего космического разума. Все люди, конечно, понимают, что вечность творит сам Абсолют, ибо вечность, как все в пространстве, имеет многоуровневое строение, ведь из малого формируется большое, так же, как из большого – малое. В связи с поставленной целью, целью работы явилось изучение отдельной клетки крови организма человека как части целого, способного принимать решения в экстремальных условиях, то есть моделирование смерти для изучения жизни или обнулевывания энергии. Состояние клетки исследовалось в образцах крови. Кровь вы все знаете, как и вода – информационный жидкий кристалл. Кровь – важнейшая жизненная среда, за счет которой происходит обмен информацией по законам резонансных явлений, создающих целостную работу организма по единым законам, как сказано у Творца, универсальности, комплементарности, фрактальности, самоподобия, кластерного резонансного строения полей, обеспечивающих, тем не менее, целостность и единство встречных волновых потоков, целостность и единство пространства. Морфологический анализ жидких кристаллов любой биожидкости позволяет выявить уровень энтропии и обнаружить нарушение или изменение кристаллической решетки на надмолекулярном уровне, что дает информацию об изменениях во внутренних системах. Кровь – носитель информации жидких кристаллов в зависимости от воздействия торсионных полей и энергии космического пространства. В процессе работы было выявлено основные выводы о том, что природа не предполагает преждевременного ухода из жизни высокодуховного человека, так как не было замечено снижение эластичности эритроцитов при увеличении возраста участников эксперимента. Это очень важный вывод, потому что вы знаете, что врачи всегда говорят: у вас зависит все от возраста. Первый раз я говорю аудитории: нет, от возраста ничего не зависит. Все зависит от того, как вы настроены и как вы связаны с Богом внутри себя. Второе. Установлено постоянное Бога, которое является характеристикой духовности человека, его внутреннего совершенствования, а следовательно, возможности жизни до 120 лет. Третий вывод очень важный. Энергия жизни, электрическая составляющая с накоплением грехов и пороков снижается. И медицина ортодоксальная не может скорректировать, ускорить срок жизни человека и не может предотвратить его преждевременный уход. И очень важный вывод, что современная медицина бессильна влиять на цикл человеческой жизни,
без учета духовной составляющей. Поэтому разделение медицины на тонкополевую или ментальную было роковой ошибкой человечества еще в древности, в Средневековье, подписавшей приговор короткой жизни. При дальнейшем микроскопическом исследовании образцов крови всех участников скрининга ученые столкнулись с наличием монетных столбиков вне зависимости от возраста пациентов. И прежде всего это было обнаружено в межклеточном пространстве. Слипчивые эритроциты и немонетные столбики являются примером нарушения межклеточного пространства, когда внутри связи, внутри природного композита начинают разрушаться, искривляя впоследствии и клеточный каркас. Позвольте мне в конце только зачитать вывод этой работы, потому что у меня доклад еще впереди, но я хочу сказать, что фундаментальная работа коллектива ученых НИИ «Здоровье сберегающих технологий» под руководством доктора технических наук, профессора, академика Академии технологических наук Российской Федерации и Российской Академии естественных наук Маслова Леонида Ивановича является не только отражением сотворческого с Богом процесса осознания причин глобальных перемен экологии планеты и человека в данный период времени и необходимости создания новых здоровьесберегающих технологий для сохранения жизни человечества в условиях новых ритмов планетарного пространства, но и прорывным, потому что я занимаюсь этими вопросами 25 лет, прорывным научным, интеллектуально-нравственным и духовным этапом развития энергоинформационной медицины в данный период времени. Благодарю за внимание.